Вот, прибыли на озеро Ужо. Рыбачок. Расставляемся вдоль острова. Никого нету. Вот наше место, где мы приехали. Вот такое вот озеро. Небольшое, но и не малое. Сейчас мы расставляем их. В тех местах, где летом ловили щуку на троллинг. Ну, посмотрим, как она у нас будет клевать. Знаете, сколько у нас тут глубина? Маленькая. Рыбку взял, рыбку насадил под жабринку, тройничок вставил и закинули. Двойничок. Двойничок. Пошла. Раз по центру. Все, стоит. Все, все мы расставили жерлицы. Как бы там 5 штук вдоль острова. И тут напротив. Ну и Вася уже ловит. Да, уже 2 часа мы тут отстояли. Ни одна жерлица не сработала. Ни одной рыбины просто на зимнюю удочку не поймали. Больше и рыбаков-то нет. Короче, полная болтяра. Ну что, Василий? Полная болтяра? Да. Молчишь ты. Озеро Ужо. Декабрь месяц. Болт полный. На все ловили. И на жерлицы, и на мормышку, и на блесну, и на балансир. Пока результат один. И балансир красивый, Lucky John. Но пока ничего. 70 лунок насверлили. Эффект 1. Болт номер 1. Эффект 1, болт номер 1. Что, Васька? Нулевой. Болторез? А карась живой. Караси все живые. Хорошие караси. Совсем как параси. Карась-парась. Даже не кусанный.